поддержите. Магаданцы сегодня стали участниками акции «Георгиевская ленточка». Символ победы начали раздавать в центре города, на автовокзале и возле крупных торговых точек. Первая 1000 разошлась за полчаса. Георгиевские ленты с конца 18 века были частью высшей армейской награды – Ордена Святого Георгия. Акции 13 лет. Придумали ее московские журналисты. Каждый год накануне Дня Победы их дарят прохожим во всех городах России. В Магадане в этом году ленточки будут раздавать каждый день до 7 мая в 16:30. Самая масштабная акция запланирована на 5 мая. Пройдет она с 12 до 18 часов в 14 точках города. К этому дню волонтеры готовят 5000 огненно-черных символов победы.